Жители поселка Волчинец обеспокоены незаконной стройкой в заливе «Восток». Большая часть популярной в Приморье туристической зоны с 2013-го перекрыта двухметровым забором. По словам местных жителей, проводимые работы не только не дают доступа к пляжам, но и наносят непоправимый вред флоре и фауне территории. Берег заняли, весь берег перекопали, прям в прибое. Рыбы не стало. Было корешки валом, а сейчас она уже не идет сюда. Не листилище было корешки на это, ну как это. И к самому берегу понастроились, даже лезть отдыхающим негде. Вот сколько в этом поселке живу, постоянно выходишь на берег. Самое интересное, что даже не только местные люди, но и которые приезжают, даже не могут, не имеем даже возможности выйти на берег. Потому что у нас такая застройка сплошная. Кому-то можно, везде запретная зона. Причем даже иногда супруга идем по берегу, вылетает какой-нибудь там дядька и начинает кричать: «Ты куда пошел? Тут частная территория, ты что, не видишь, тут загорожено?» Всю жизнь у нас берега, море, речек, можно было везде гулять. Скрыл заржавевшие проблемы обрушившийся на Приморье в сентябре тайфун Майсак. Сильным ветром в море смыло значительную часть незаконных построек, и теперь залив изобилует нечистотами и строительным мусором. На данный момент от песчаного пляжа ничего не осталось, а развалины и отходы мешают не только туристам, но и рыболовному промыслу. У нас в сентябре месяце прошел сильный тайфун. Все побережье было смыто конкретно. Очень большие нарушения. Но я хочу сказать, что там настроили на побережье. Мы, как жители Волчинца, нас это не устраивает. В принципе, если раньше рыбы было много, сейчас рыбы нету у нас. Вообще нету практически на берегу. Раньше вот идешь купаться, мальки под ногами были. Залив Восток – уникальный памятник природы краевого значения, а также особо охраняемая природная зона. Ежегодно здесь отдыхают несколько тысяч туристов. Насыщенный подводной жизнью мир залива сделал его федеральным заказником. Это места нереста многих видов местной морской фауны. Гребешок, трепан, мидии и спизулы заполняли на дне целые поляны среди ламинарий. Уважаемый Олег Николаевич, я прошу вас разобраться по этому вопросу и решить вопрос по нашему берегу. Хотелось бы, конечно, чтобы было у нас красиво, а не так, что поналепили там все дома, что попало. Не видно ничего, вся, говорю, экология вся нарушена. Мы живем здесь уже много лет и хотим, чтобы вы нам помогли разобраться с этим вопросом. Екатерина Чернакова, Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.